Привет всем! Вы на канале Valerie Life. Сегодня пятый день моей программы. Я продолжаю в том же духе. Единственное, что я изменила с завтраком, и сегодня я пила коктейль молоко с бананом. Это супер рецепт для тех, кто спешит на работу и не успевает позавтракать, потому что этот коктейль очень хорошо питает, очень хорошо держит. И, ну, он, конечно, калорийный, потому что там банан, он сладкий. Но бывают завтраки и похуже. Вот, поэтому сегодня я почему-то решила выпить коктейль. Вес на пятый день, вес стоит на месте. 100 грамм вперед, 100 грамм назад, то есть вес не двигается. Тело уже не болит. Вообще нет никакой боли, как будто бы 4 дня я ничем не занималась. Но сегодня в обед я согрешила, муж принес пиццу, и я не смогла устоять, поэтому я съела пару кусков пиццы. Теперь сейчас буду все это дело сгонять, и мне сегодня будет кардио Total Body. Положа руку на сердце, я ненавижу кардио. Ух, эти прыгалки. Но именно кардио лучше всего сгоняет жиры. Круче кардио, ну, наверное, нигде не тратишь калорий. Поэтому я сейчас буду скакать на кардио. На вечер, ну, я посмотрю, я не голодная, но, скорее всего, будет какой-то легкий йогурт, потому что была же пицца. Я также держусь, не ем никаких сладостей, никаких мучных изделий, ничего. Если бы не было сегодняшней пиццы, то вообще, можно сказать, идеальный рацион. Ну все, поехали. Кардио Total Body. Девочки, пятый день кардио Total Body закончен. Что я могу сказать? На 10-й минуте я была мокрая. На 15-й минуте у меня горело все тело. Я хотела послать все к черту. Я устала так, вы себе не представляете. На 15-16 минуте я начала сочковать, то есть делать упражнения уже не по 60 секунд, а по 50 секунд. Отдохнула, ну, потому что это было лежа, только на прессе. Но я люблю упражнения на пресс, поэтому для меня это можно назвать отдых. Ненавижу кардио, но как ни крути, ну, круче ничего не сбрасывает вес, как кардио. Поэтому, и, к сожалению, кардио 2 раза в неделю. Но сделано. Сделано. Завтра будет, наверное, самая мучительная тренировка, которая называется Dirty 30. Ну, короче, будет что-то очень-очень страшное. Еще страшнее кардио. Ну, все, что нас не убьет, делает нас сильнее. Все, девчонки, пятый день дан. Поехали дальше. Пока, до завтра.